Праздник белого месяца первым делом проверил забайкальцев на морозоустойчивость. Однако минус 30 не напугал ни организаторов, ни уж тем более гостей. На площади развернулось настоящее гуляние с концертом, торговыми лавками, теплыми юртами, где всех желающих угощали не только исконно бурятскими деликатесами, но и душевными историями. Мы привезли свои национальные блюда, чтобы показать и чтобы люди пришли к нам, попробовали и как бы, наверное, встретили праздник, наш праздник национальный Сагалган, праздник белого месяца. А правда, что в бурятской семье стол должен быть круглосуточно накрыт? Ну, конечно, да, потому что у нас у бурят было очень много детей. И поэтому нужно было родителям целыми сутками стоять возле плиты. И вот поэтому у нас дети росли здоровые, рожали здоровые женщины, 10 детей у нас меньше не было. Ну, как вы знаете, у нас какие национальные блюда? Бузы, да? Бузы первые, бузы, бухлёр. И все, урма, хушогун урма, и жимус, это всякие ягоды. Любая, вот, например, это черемуха, облепиха, уллер, это дичка, вот эта яблонька дикая. А здесь развернулась настоящая схватка. В полете тебок, кусочек длинноворсового меха, утяжеленный металлическим грузилом. Суть этой традиционной бурятской игры – набить внутренней стороной стопы как можно больше ударов. Если тебок падает на землю, в игру вступает следующий игрок. На Сагалган какие подарки? Ну, у нас вот здесь представлены работы мастеров. Здесь на подарок берут изделия из мягких материалов. Прихватки у нас здесь есть, торбочки, кисеты, изделия из дерева у нас, обереги для автомобилей, сувенирные куклы у нас здесь. Прям такие венкийские. Да, и венкийские, это родовое. И шкуры, оленя шкуры выделываются. Вот пощупайте даже. Скажите, пожалуйста, вот чем отличаются ваши унты от тех, которые вот рядом? Да ничем не отличается, наверное. Каждый старается шить для людей. Хотят, чтобы наши люди ходили в тепле. Теплые унты в Сагалган пришлись бы очень кстати. Мороз такой, что хотелось пуститься в пляс не только от хорошего настроения, но и для того, чтобы хоть немного согреться. Мы вам желаем счастья. Утанате, уданжаралте, дутугы, дурын, дундугы, хэнэхэн болтыда, утанате, уданжаралте, нарне, толихаржа, хэнэхэн ябхэтне, болтыгэ! Юлиан Тимофеев, Владимир Дементьев, РТК Забайкалье.